Слышно. Сереж, ты можешь шаг назад сделать? Спасибо. Постановление Московского городского суда 26 марта 2024 года о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Гершковича Ивана до 30 июня 2024 года оставить без изменения. Время письменно заявить ходатайство о ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение 3 суток. А я в следующий раз. Я уже сказала, что не расскажу, когда ты будешь приходить. Я говорю, что бывает такой график, и не могу прорваться. Слушай, извини.